Приветствую всех на моем канале. Недавно я заполучила долгожданный пуховик от фирмы H&M, поэтому сегодня у нас будет распаковка. Сначала немножко предыстории. Примерно в начале декабря я заприметила в магазины H&M, у них на сайте пуховик светло-зеленого цвета с наполнителем из натурального пуха и пера. Он мне очень понравился, вещь просто невероятно крутая, но, к сожалению, не было в наличии моего размера. Я подписалась на обновление по этому товару, чтобы мне пришло письмо на почту, если размер появится снова. Вот буквально неделю назад я проверяю почту и заметила письмо из магазина, что мой пуховик, мой размер снова в наличии. Естественно, я не удержалась и заказала его, потому что, ну, очень понравилась мне эта модель, и я просто не могла его не купить, и я уверена, что он очень крутой. Сейчас мы с вами вместе посмотрим, как же он выглядит на самом деле. Я заказала курьерскую доставку, и вот в таком пакетике мне его привезли. Сейчас буду открывать. Также у них можно заказать доставку почты в пункт самовывоза, но курьер мне, конечно, был намного удобнее. Ну что, достаем. А вот и цвет пуховика, про который я вам говорила. Такой светло-зеленый и не совсем хаки. Вот у меня толстовка хаки, а это какой-то другой оттенок, он мне очень-очень нравится. А вот и сам пуховик. Он очень объемный. Размеры взяла еще на размер побольше, потому что хотела, чтобы был экстра объем. Впереди два кармашка. Под клапаном молния. Там объемный карман внизу, здесь тоже. Застегивается на молнию. Молния, кстати, очень прикольная, прорезиненная такая, видите? Внутри он такой же, как снаружи. Дополнитель у него натуральный пух и немного пера. Капюшон не отстегивается, он полностью пришит. И сзади он такой. Кажется обычным, но мне очень понравилась посадка. Сейчас будем примерять его. Ну что могу сказать, пуховик мне однозначно очень нравится. У него невероятно красивый оттенок зеленого, который я хотела давно уже купить на эту зиму. Он очень теплый, невесомый, у него интересный фасон. Вообще, H&M стали делать в последнее время очень классную верхнюю одежду. Кстати, напишите в комментариях, часто вы покупаете что-то в этом магазине? Поделитесь вашими последними приобретениями. Кстати, если на время съемок и монтажа пуховик все еще будет в наличии, я обязательно оставлю на него ссылочку. Но не обещаю, потому что я сама целый месяц ждала, когда он снова появится в продаже. Очень его быстро разбирают, очень тяжело поймать. Ну, кто знает, может быть, повезет. Также у них еще есть в темно-бежевом цвете абсолютно такая же модель. Возможно, вам другой цвет еще понравится. Поэтому ссылочку на эту куртку я обязательно оставлю в описании к видео. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилась распаковка. Если я что-то забыла показать, не стесняйтесь спрашивать, я все уточню, расскажу. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Всем пока!